Готовим буррито. На подсолнечном или оливковом масле жарим одну луковицу. Дальше жарим куриную грудку. Добавляем сладкий перец, помидоры. Добавляем соль, черный перец по вкусу. Накрываем крышкой и тушим 10 минут. Дальше снимаем с огня. Добавляем фасоль, консервированную в томатах. Хорошо перемешиваем, убираем в сторону. Берем тортильи, смазываем сметаной. Кладем отварной рис. Сверху курицу с овощами и сыр. Сворачиваем все в рулет. Дальше сворачиваем плотно в фольгу. И выпекаем 10-15 минут. Буррито готово. Всем приятного аппетита. С вами была Дания.